Сегодняшний день наш объект, а именно единый майновый комплекс Полтавы типа мясомолпром, выставлен на торги для, скажем так, с целью приватизации. Краткая история. До 1972 года в этом здании находился молокозавод. То есть здесь производились, ну скажем так, молокопродукты. С 1972 года образовался проектный институт союзного значения по производству, то есть по проектированию заводов, по производству твердых сыров. До 2001 года, скажем, мы были в составе этого объединения. С 2001 года было переименование на Полтава-Дипромясо-Молпром, и, скажем так, специализация осталась та же, но исходя из того, что реалии времени поставили коллектив в определенные сложные условия, мы проектируем на сегодняшний день уже все. То есть это объекты и жилого, и промышленного значения, и медицинского.